Президент России в понедельник получил послание президента Турецкой республики, в котором Эрдоган выражает заинтересованность в урегулировании ситуации со сбитым Су-24. «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего пилота и говорю извините», сообщается в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля. Однако пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана, подтвердивший факт отправки послания Владимиру Путину, уточнил, что турецкий президент принес глубокие соболезнования в связи со сбитым российским самолетом и призвал восстановить дружеские отношения между Анкарой и Москвой. Об извинениях Эрдогана он не упомянул. Между тем, турецкие СМИ сообщили, что суд города Измир освободил Альпарслана Челика, обвиняемого в убийстве российского пилота Олега Пешкова. До окончания судебного процесса Челик будет находиться под подпиской о невыезде. 25 ноября прошлого года Пешков был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.